А еще раз. Ты еще и схватился. Лимона сбил. Не знаю, как вы, ребята, а я всегда мечтал иметь в своем распоряжении настоящий танк. Особенно мне этого хотелось, когда за стенкой сверлили сраные соседи. Вот, если у вас тоже есть такая мечта, то заходите на канал Витти. У него есть множество различных обзоров танков, и вы можете выбрать себе подходящую модель. Не стесняйтесь, проходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Офигенный начал. Давай еще раз. Цепляйся. Мы нашли классный способ это пройти. Давай еще какой-нибудь. Давай Индиану. Подожди. Индиану хочу. Я тоже хочу попробовать, подожди. Ну блин. Да ты лошара, кишками хватаешься. Есть. Эй. Лузер. Леон прошел, а я не могу. А ты держись, хватайся. Вот, молодец, красава. Эй, а я уже тролли. Тебя протроллили. Фак. Глеб не может пройти. Монетка, жизни. Я крутой. Ну хорошо, давай другого, давай вот так. О, вот это я люблю. Свай. Давай же. Да блин, вытащи свою задницу-то. Я прирос. Подожди. Прирос. Тебе нужно схватиться руками его за эту штуку. Давай. Ты спустил поводка. Как хвататься? Да ты пробелом. Погоди, стой! Стой, я почти вылез. Ну вылез, и чё? Да ты жопа жирная. Санта делает зарядку, я понимаю. Дидан не в состоянии в это играть нормально. Я дошел до финиша. Ё-моё, пустыня Сахара. Унитазы! Они нападают на меня, унитазы! Твою мать! Я еще и прошел! Зашибись! Время откусить. Пончик, батончик. Тихо, поехали. Леон, спасай меня. На меня нападают. Теперь транспорта пользуется здоровенная хрень железная. Уи. Офигеть. Поехали. Как классно было у Леона отжать его пончик. Так, унитазы, защитите меня. Так, давайте взрыв. Да гребаный йод. Hello. What the fuck? Куплинов, Леон, я его замочил. Ручной унитаз, Фрост. Давайте по-нормальному пройду реально. Ну, вроде приколюшечка. Приколюшка. Куплинов, кстати, вот реально бомж похож на Куплинова. Ты тоже борода, тоже такой волосатый. Только не лысый, нахуй лысый, да. Леон с трезубцем! Большая вилка Леона! Леон направил на меня большую вилку. Он явно хочет меня сожрать. Каждую ночь я просыпаюсь от того, что он тыкает меня вилкой. Да, он такой. Тихо, унитаз! Унитаз! Спаси меня, да ты тупой унитаз! Это все ты!
мой унитаз. Я-то думал, мы с тобой друзья. А ты... Ты предал меня. Ты предал меня, ты предал меня. Леон, Леон, оставь меня в покое с моей вилкой. Ой, извини, извини. Я тебе немножко перестарался с массажем. Да ёперный театр, что ты скачешь, как сайгак. Леон! Как можно прыгать спокойно на твоем трупе? Да ну ёжик, а! Наверх! Пожалуйста, наверх пустите меня! Давай! Есть! Фух! Наконец-то! Есть! Фрост улетел вниз! Фрост непрост! Фрост непрост! Эй, что я делаю? Смотрите, что я здесь нашел! Здесь есть супер ускорение! Это было ускорение для меня, а не для моего сына! Вот он! Он долетит до финиша, он долетит до финиша! А, это финиш? Где финиш? Твою мать, куда оно? What the fuck? Ладно. Тихо, 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 тихо. Видели, как я... Как мастер просто прошел. Мины, твою ж мать! Тихо! Это не финиш! Троллинг! Это троллинг был! What the fuck? Я бы выиграл! Я бы выиграл, если бы это не был троллинг. Так, давай. Я хочу наверх. Да и я... Да ну, блин, чё за мины такие? Взрывайся под моей жопой! Твою мать! Еще раз! Почему я наверх не улетаю? Я так хотел сократить часть раунда из-за этого! А теперь не вышло! Да как... Осёл! Кишками обмотайся еще там! Так. Так. Отлично, от лишнего балласта избавились. Есть. Да ну не хам. Бам. Я сломаю когда-нибудь стол из-за Хэппи Уилса. Да ну твою ж мать! Как ты это сделал, осёл? Тупорылый кусок мяса. Блин, я попал в сложную ситуацию. Да, в очень сложную. Это... Да что ты вытворяешь? На ровном месте! Это надо умудриться себе оторвать верхнюю часть тела просто на ровном месте. Осёл! Так, назад. Вперед, кресло. Сейчас Тимми приземлится, вон он. Да блин, тупое кресло, отстань! Тупое кресло, я из-за тебя проиграл из-за тупого кресла! Как это можно пройти? Вот, забирай сына, катайся. Уии, папа, мне нравится каруселька, которую ты мне подарил. Катайся, катайся, сын, наслаждайся жизнью, пока можешь. Она коротка. Особенно в Хэппи Уилсе. Так, отлично. Наверх! Вашу мать! Так, меня протроллили. Наверх, наверх. Там моя нога летает с креслом. Круто! Как я сижу вообще? Battle Run? Чего-чего? Остро... Я ничего не понял. Красная дорога!
Красная дорога! Да как так? Как я развалился на ходу? Я же еще жив! Люди, спасите, вызовите скорую! Сгорую, пожалуйста, сгорую! Осел! Ай, друзья, здесь нам снова придется с вами прерваться, потому что Леон пришел в мою комнату и опять тыкает меня вилкой. А ну перестань! Перестань, скотина! В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и подписывайтесь на наши оба канала. Отстань, окаянный! Ты подписаться должен на Глюка, ты подпишись, если ты не злюка, подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу, будешь ты круче любого утконоса. Пара-бара-бара-бара-бара-бара-бам. Пам-пара-бу-пам.